И снова здравствуйте. Забабахал таки я длинный провод, который я положил по снегу. И остается посчитать, сколько же это получилось метров. Я сам в шоке. Вот там где-то далеко-далеко в пакет, если вы видите. Я пробую зумом показать, где это находится. Вот там за деревом. Вот этот пакет. Это место, где у меня провод заканчивается. А я нахожусь вот здесь вот. Да, мне еще немножко осталось, немножко на катушке, но метров, может, 5. А я посчитаю, сколько шагов у меня получится до этого места. До места, где у меня находится пакет. Приличная антенна получилась. Она на английском языке называется провод на земле. Посмотрим. Получилось порядка 50 метров. А, к сожалению, провод у меня вырвался с крепления, но... Тем не менее, давайте еще раз посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70. Ну, 70. Значит, получается, что 70 метров у меня. Значит, бухта та была 80 метров. Здорово, здорово. Ну, вот так вот она получилась. И сейчас мы это все и посмотрим в деле, что там получилось. К сожалению, говорю, скрепление вырвалось. Но вот там, где вдалеке пакет, вот там у меня не находится начало. Посмотрим. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, мои ролики сегодня получатся.